Каирский фестиваль искусств крупнейший в Египте, один из самых значительных на континенте. Он продолжается 3 недели. В него включено множество жанров, в том числе и литературное чтение, театральные постановки и видеоарт. В этом году он проводится в 5-й раз. Фестиваль создан, чтобы привлечь внимание к культуре не только Египта, но и других стран Африки, показав ее масштаб и разнообразие. Одно из самых заметных событий – хореографический спектакль с участием Накхам Салах. В основе либретто – жизнь танцовщицы. Можно сказать, что я тут выступаю в роли лирической героини. Жизнь – замкнутый круг, из которого иногда нужно уметь либо уходить, либо врываться. Чрезвычайно важно рассмотреть человеческое существование во многих ракурсах. Я не стремилась к упрощенным, схематичным решениям, когда обдумывала свою постановку. Мне важно было передать цветовую и эмоциональную гамму, а не замыкаться лишь на черно-белой графике и на двухтактной оценке происходящего с людьми. Тема концентрических кругов стала одной из главных. Квинтет «Студио Стелла» во время выступления продемонстрировал таланты и возможности музыкантов, которые способны были импровизировать на сцене в любом избранном стиле, от исполнения этнических мелодий до джазовых композиций. Мы все время меняем состав участников, потому что хотим познакомить наших зрителей с теми, кто сегодня достойно представляет культуру континента и в собственных странах, и по всему миру. Как отмечают завсегдатаи, Каирский фестиваль умело сочетает новаторство, традиции, модернизм и фольклор. Он становится еще и возможностью для артистов, художников, литераторов заявить не только о себе, но и о своих взглядах, расширяя тем самым границы творческой свободы и в искусстве, и в жизни.